Вы знали, что в наших краях живут жуки, контакт с которыми может привести к нарушению сердечной деятельности? От таких коварных букашек точно стоит держаться подальше, как от жуков, переносящих серьезную болезнь, и насекомых, которые способны уничтожать деревья и кустарники одним махом. В этом выпуске я покажу вам этих и других самых опасных жуков в мире, завидев которых вам нужно убегать. Майка обыкновенная. Нет, выпуск не про одежду, а про жуков. Майка обыкновенная. Именно под таким необычным названием скрывается не менее необычный жук из семейства нарывников. Тело у этого жука неуклюжее, мясистое, а у самок и вовсе имеется сильно вздутое брюшко, которое лишь частично прикрыто над крыльями. В длину эти неуклюжие создания не превышают и 4 сантиметров, но не стоит смеяться над этими неказистыми букашками, ведь эти жуки ядовитые. Если взять жука в руки, то он, защищая себя, начнет брызгаться маслянистой, неприятно пахнущей жидкостью. Попав на кожу человека, она вызывает раздражение, пузыри как при ожоге, нарывы, а в некоторых случаях даже может привести к расстройству дыхательной и сердечной деятельности. Так что лучше держаться от майки обыкновенной подальше и любоваться ею на расстоянии. Ну а если вы увидели этих жуков, то у вас есть несколько секунд, чтобы убежать. Букашки вас не догонят, и вы будете в безопасности. Шпанская мушка. Непонятно, почему шпанскую мушку прозвали мушкой, ведь с мушками у нее едва ли есть что-то общее, потому что это жук. Если точнее, то это жук-нарывник. Распространены эти насекомые в южных и центральных районах европейской части России, на Украине и в Казахстане, где они обитают на растениях. Растения являются для шпанских мушек не только домом, но и едой. Эти красивые жуки способны быстро опустошить сад, ведь они поедают многие растения, от оливы и жимолости до малины и сирени. Колония шпанских мушек может обглодать большой куст сирени всего за сутки, так что этих букашек не стоит недооценивать. В то же время их стоит опасаться, ведь эти жуки еще и ядовитые. Они выделяют вещество, которое раздражает кожу и вызывает сильную аллергическую реакцию. Последствия от контакта со шпанской мушкой схожи с последствиями, которые влечет нападение майки обыкновенной, ведь оба этих жука относятся к семейству нарывников. Но, несмотря на то, что эти жуки достаточно опасные, многие люди специально их отлавливают и собирают, потому что эти насекомые приобрели популярность в качестве афродизиака. Считается, что афродизиак из этих нарывников имеет великую силу. Хищнец. Хищница можно назвать хитманом от мира жуков, да и насекомых в целом. Это безжалостная членистоногая, которая питается насекомыми и их личинками. Как правило, хищницы жалуют муравьев. Они нападают на муравьев, высасывают из них все соки, а затем таскают трупики муравьев на спине. Выглядит это достаточно жутко. Жук, который тащит на себе 10-20 склеенных между собой муравьев, зрелище то еще. Хищницы перетаскивают муравьев, чтобы у них всегда был стратегический запас. Проголодавшись, хищнец подкрепляется муравьем, после чего сбрасывает опустошенный хитиновый панцирь на землю. Но опасность хищнец представляет не только для муравьев. Человеку тоже стоит держаться подальше от этого жестокого убийцы. Ряд насекомых из семейства хищнецов пьют кровь и в связи с этим кусают людей. Хищнец ответственен за перенос болезни Шагаса. После контакта с жуком у человека может возникнуть лихорадка, головная боль, увеличение лимфатических узлов и другие симптомы. Болезнь переходит в хроническую стадию. На раннем этапе болезнь хорошо поддается лечению, но при отсутствии медицинской помощи она может привести к летальному исходу больного. Некоторые люди, живущие в бедных сельских регионах, становятся жертвами хищнецов, так что с этими жуками точно не стоит связываться. Жук-пожарник. В летнее время года в огородах и садах можно встретить жука-пожарника. Его сложно спутать с другими жуками, потому что у него достаточно яркий и интересный окрас. На передней спинке у него черное пятно, крылья темно-серого цвета, а брюшко красное. Такой черно-красный окрас чем-то напоминает пожарную машину. Отсюда и название жука. Эти жуки не крупные, вырастают всего до 1,5 сантиметра. К тому же у них нет хитинового покрова. Значит, жук не должен быть особо опасным.
разным, верно? К сожалению, это не так. Все ровно наоборот. В тканях этого насекомого находится кантаридин, ядовитое вещество, которое защищает жука от природных врагов. А пожарный окрас служит предупреждением для птиц, лягушек и других животных, которые могут попытаться съесть жука. Если животные знают об опасности этого жука, то человек может не знать. Находясь в саду или огороде, вы, возможно, захотите взять этого красивого жучка в руки, чтобы рассмотреть получше. Делать этого не стоит. Жуки-пожарники являются хищниками с сильными челюстями, поэтому могут укусить человека, причем такой укус может быть достаточно болезненным. Несмотря на это, жуки-пожарники полезны. Если в огороде развелось много насекомых-вредителей, которые входят в рацион жука-пожарника, то он может помочь снизить их популяцию и защитить урожай. К сожалению, не все жуки такие же полезные, как пожарники. Некоторых из них точно не стоит впускать в свой огород или даже в лес, ведь они могут уничтожить его полностью. Смотрите дальше, чтобы увидеть самых опасных жуков-вредителей в мире, которые сильно бьют по сельскохозяйственной деятельности и причиняют многомиллионные ущербы. Азиатский усач. Азиатский усач – совсем небольшой жук. Его длина составляет не более 3,5 сантиметров, а ширина едва превышает сантиметр. Несмотря на это, азиатского усача считают одним из самых опасных жуков в мире, потому что он способен причинить невероятный ущерб сельскохозяйственным культурам и лесонасаждениям. Этот жук питается самыми разными лиственными породами и способен повреждать более 50 различных видов растений, в число которых входит клен, каштан, тополь, береза, ива, ясень, акация и многие другие. Из плодовых деревьев азиатский усач предпочитает яблоню и шелковицу, причем в ход идут как здоровые, так и ослабленные растения. Причем уничтожать деревья способны не только взрослые особи, но и небольшие личинки азиатских усачей. Ореолом естественного обитания вредителей является Китай, Корейский полуостров, Вьетнам и Тайвань. В этих регионах азиатский усач доставляет много неудобств, однако шорох он наводит и на другом конце света, в Штатах, куда он попал случайным образом вместе с упаковочным материалом. В США эти жуки создали чрезвычайно серьезную угрозу лиственным породам деревьев и нанесли стране многомиллионные убытки. Схожая ситуация и с ясенево-изумрудной узкотелой златкой. Эти жуки тоже небольшие, до сантиметров в длину и нескольких миллиметров в ширину. Они тоже родом из Азии, обитают в Китае, Корее и Японии, а также на Дальнем Востоке России. И они тоже были завезены в Северную Америку, после чего местные жители и члены правительства поняли всю мощь этих букашек. Ясенево-изумрудная узкотелая златка – очень опасный вредитель. Жертвами этих букашек, как правило, становятся ясени, что понятно из названия вида. Эти златки так безжалостно расправляются с деревьями, что впоследствии растения фактически перестают быть живыми. Заселенное златкой дерево рекомендуют спиливать сразу и под корень, после чего сжигать ствол с корнями прямо на месте. Колорадский жук. На очереди у нас, наверное, самый известный жук во всем мире. Уверен, вы все хотя бы раз слышали про колорадского жука. Как думаете, почему он так популярен? Может, колорадский жук – отличный экзотический питомец? Или он так полезен для хозяйства, что о нем стали говорить во всем мире? На самом деле, все ровно наоборот. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства посленовых, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства. Свое название жук получил после того, как опустошил картофельные поля в американском штате Колорадо в середине 19 века. Колорадский жук обожает пожирать картофель, сладкий перец, томаты и баклажаны. Целая армия таких жуков способна уничтожить полноценный урожай, поэтому борются с этими опасными насекомыми очень жестко. Меры борьбы с вредителями включают в себя ряд комплексных мероприятий. От использования пестицидов и особой посадки растений вперемешку с неприятными для жука культурами до внедрения в их среду обитания хищных клопов. И хотя меры частично помогают, колорадские жуки все равно продолжают причинять большие неудобства фермерам и садоводам. Сосновые лубоеды. Сосновые лубоеды относятся к подсемейству короедов. Кора и луб, то есть подкорье, основная специализация этих 4-сантиметровых монстров. Сосновые лубоеды нападают на сосны и уничтожают эти деревья в два счета. Иногда, правда, они переключаются с сосен на ели, но это случается очень редко. Сосновые лубоеды поражают важные ткани дерева, древесину и подкорья. По ним транспортируется вода и питательные вещества. Жуки нападают на молодые вершинные побеги сосен и выедают их сердце.
сердцевину, впоследствии чего эти побеги часто обламываются ветром и придают соснам такой вид, как будто они были острижены. Проще говоря, лубоеды ослабляют жизненные силы дерева. При частом нападении жуков сосны засыхают, и их становится невозможно спасти. Дополняется это все тем фактом, что эти насекомые способны не только выгрызать дерево, но и переносить грибные инфекции. Для уничтожения этих опасных вредителей выкладывают ловчие деревья или устраивают приманочные деревья, обрубая вершины у некоторых сосен. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какой из этих жуков удивил вас своими способностями больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.